Spooky, scary skeletons and shivers down your spine. Shrieking skulls will shock your soul and seal your... Всем привет, дорогие друзья, с вами мистер Жерслайдер, и сегодня мы с вами будем играть в Майнкрафт. Мы вернулись, у меня вылетел Майнкрафт, как вы знаете, вот, наши оба скины. Да, не удивляйтесь, что у меня из головы льется вода. Тут ничего странного нет. Пойдем на гравити, что-то мне уже не хочется в залог. Погнали. Сейчас найдем гравити. Надеюсь, что у меня при записи ничего не будет помогать. И она запишется. Океан, это, кстати, довольно легкий этот. Ну, когда падаешь, там довольно легко. Там просто в сторону отлетаешь, и потом в воду падаешь. А как ты в сторону отлетаешь? Вот я вот, когда, вот, например, мне не хватает одного блока. Вот очень часто. Ну, там на клавишу нажимаешь просто. Вот я сейчас, помнишь. Может быть, при съемках мне поможет. Вообще, в гравити надо быть натуральным этим любителем. Даже не любителем, а профессионалом. Вот просто вот каждый день там я по несколько часов гравити. Это, конечно, все бесит, но потом успехи реалистичны. Или долго, например, снимать с гравити. Сковородку можно будет сходить потом. Блин, вот лучше вот в эту сторону отлететь. Я не знаю, где тут вода. Самое главное — знание, где вода. Ага, я понял, в какую сторону лететь. Какую? Опа, нифига не попрыгнул. Чё, уже прошёл? А, стоп, ты тоже должен это отлететь. Ага, понятно. Все, я, типа, а тут нужно как-то... Тут этот спиннер, видишь, да? Это спиннер легко проходится, а вот что я после знаю. Спиннера идет, это вот все, я все закончил. В смысле? Я уже на биоме. О, на биоме тут красиво. Даже. Тут облака мешают. Надо облака выключить. Я выключу. Они на тройку графики. Это легко просто, я уже прошел. На втором уже. Ты можешь это все записывать? Это все? Нет, у меня просто слабый компьютер, у меня Pentium стоит. Ты не веришь, что у меня тоже слабый компьютер? Все, я океаник прошел. Я у меня не даже не компьютер, а ноут. Я до сих пор еще парюсь с первым уровнем, когда все уже на четвертых. Ты что, еще паришься не с первым уровнем? Да ё-моё, я что-то прилетел! Блин, у меня еще зависло, когда я летел. Блин. Ты не веришь, но я там куда-то прилетел. Почему я настолько криворукий человек? Нет, я же нашел, куда лететь. О, все, изи. Я прошел все. Кроме пятого. Сейчас пятый прыгаю, все. А, до пятого легко, вот так вот прыгаешь. Все, я прошел этот первый. Я пятый прошел. Вот ты знаешь, самому проходить вот без этих... желтеньких штучек. Биомс. Все. Я занял какое-то место, короче. Угу. И финиш. 69 секунд. Угу. Блин. Блин. Чё там, стекло, что ли, цветное? Биомс. Да. Ну там просто в сторону отлетаешь, и там вот сразу в воду падаешь. Там почти делать ничего не надо. Я там лифт даже не нажимаю. Чувак за минуту все прошел. А через сколько сейчас это время? У меня 10:47. Минут? Да. Ничего, ты так долго. Да ё-моё, какая тут может быть сторона? Ну, а нет, там просто вот точка сразу и направо в угол. Или с правого угла сразу начинает. С правого? Ну, конечно, уже кто-то прошел. Серьезно? Короче, шестое место, смотри. Наверное. Я так и не понял, как пройти этот уровень.
Я много раз зафейлился на одном месте. Ты знаешь, я настолько профессионал в кавычках. Сейчас... Тут кто-то мой скин использовал. Ты же его сам рисовал. Я скин старался, делал, а он у меня его украл. Как можно украсть скин, который ты собственно нарисовал? Так я же его делал в интернете. Ну так ты что, его выложил? Сейчас все бы с твоим скином были, да? Ну да, заодно я стану популярным. Все равно ведь никто мой ник не украдет. Если, конечно, будет на лицензии игры. А у меня и не на лицухе есть. Тоже аккаунт. Как ты думаешь, будет много подделок? Подделок? Ну знаешь, игроки часто вот аиды всякие там. А, ну это часто бегают же. Мы вот играли когда первый раз в лаб. Там, короче, чувак был типа Deathmaster. А вот я вот когда играл, там чувак был типа аид. С неправильным ником. Ну вообще супер. Вот надо написать ник Вячеслава без двух ОО. Он как будто его не смотрел. Гона морёпать. Давай, а что там делать? А там... Ну, короче, ты знаешь сервер Цитоксин? Нет. Я лицензионный сервер, не знаю. Я не играл на лицензии раньше. Мы вернемся после небольшого перерыва. Мы вернулись. Кстати, к нам еще подсоединился один друг. Ну, мы уже всех добавили в пати. И будем играть в Марио Пати. А, так если к вам добавился игрок, чего в скайпе не играет, а? В смысле? Ты сказал, в пати добавился один игрок. А ты почему за девочку играешь? Ну ладно. Хочу играть. Какого хрена? Я не хочу. А можно добавить в пати? Вот видишь, голова. Чё? Какого? Ты куда ушёл? А придётся снова перезаходить. А ты был на Марио Пати 6? Подожди. Можете меня в пати добавить? Ой, у меня Майнкрафт крашнулся. В общем, ничего нового. Как раз вы со всего летает. Мы продолжаем играть в Марио Пати. У меня крашнулся Майнкрафт. Впрочем, ничего нового. Вижу, красиво. Чего? Я потом все обрежу. Блин, вот бы он зашел. Он зашел и да. Во что играть будем дальше в Марио Пати? Так я тебя что, не телепортировал? Тебя не телепортировал? Нет. А ты, так, когда ты вышел, мне пати тоже вышел. Короче, если самый главный, кто создал пати, выходит, то пати просто разбивает. А почему мне пишут, что ты был? Блин. Ну и что мне теперь делать? Ладно, мы вернемся после большой. Мы вернулись после небольшой паузы. И мы будем играть Марио Пати. Моим другом. Ждем 10 секунд. Блин, ну я думаю, ты всегда был. Тотаун. Тебя ты пыхнула? Чё? Тебя ты пыхнула? Да. Наконец-то. Дать. Поменяй скин. Так, кого вы у него взять? Выбери, кого ты любишь. Вот я вот, например, очень люблю Тодда выбирать. Краба? Тодда. Краба, да? Да, Тодда. Тодда? Тодда. Я буду бабайкой. Чё за бабайка? Хрен его знает. Маска на башке какая-то тупая. Его привидение. Я чё, баба, я не нашёл. Меня никуда не тэпнуло. Мне тоже. А, всё, тэпнуло. Пэм-пэм-пэм-пэм. Твоя шестёрочка. Хотя шестёрочка выпала. Выпал один. А у меня троечка.
Блин, все на тройке. Понял. Это вы там топитесь? Я нафиг шестое место. Настя, не могу. О, да, люблю эту мини-игру. Когда там все хорошо идет. Когда все идет, криворука нет. Это что за мини-игра? А тут, короче, мы должны будем летать. Летать? Каким образом? Да нам крылья... А где моя элитра? А, вот моя элитра. Фак! Блин. Еще снимать, так это вообще. Вот, блин. Я надеюсь, бандикам сделал автокоррекцию. Если не сделал, то я буду ругаться. Я не могу на второе кольцо залезть. Не. Какая-то фигня происходит. Нет, я улетала. А, фак. Так тут вверх даже нельзя лететь. Можно. Как его? Надо все плавно делать. Угу. Очень я плавно сейчас сделаю в кавычку. Блин, я никак не могу до этого кольца долететь. У тебя какое место? Никакое. У меня 22. Да блин, как подниматься вверх, я не понимаю. Это там надо плавно все делать. Нет! Нет! Я дошел, да, я дошел до спаунпоинта. Который, надеюсь, поставился, да? Я дошел до спаунпоинта, а я нет, прикинь. Блин, только... Да я не могу вверх, каким образом надо вверх? Там лететь? Надо, короче, очень плавно все делать. Очень плавно все делать, да. А я не могу очень плавно все делать. Ну, лети, лети, ка-ка-ка. У меня пятое место. Это ГГ. Она, если честно, немножечко... Так читерская. Я понял, чего я такой тупой был тогда, а? Ничего страшного, следующий. Шестерка! Изи. У меня двойка. Шесть. Я на девятой. Пицца. У меня уже нет шансов, просто что я затащу. Есть. О, нет. Блин. Не очень люблю. Шесть, шесть, шесть. Ой. Нифига, ты четвертое место ведет тебе. Лучше не говори, потому что после шестерки обычно полно этих. А это что, Gun Game? А, я понял. Я не люблю. А здесь по командам или нет? Нет. Вот. Тут надо, короче, просто я убил пошел, чувака. Так как меня убили? Я убил чувака. Одного. Нет. Я на третьем месте. Опа. А ты знал, что ты как девочка? До сих пор. Тискин девочки. Это я. Я тебя падать зарубил. А в смысле? Подожди. У меня ведь должно быть два. Как бы я ведь еще там одного чувака бы. Меня засчитали. Я уже троих убила. Yes, у меня три убийства. У меня вообще алмазный меч сейчас. В смысле, мне два дали? У меня только что было три. А, пацан луком палит. Ай, я вдох. Блин, мне тоже. Это кто что за каждую смерть убийство считывает? То есть тут за каждую смерть убийство. Ну так быстро закончилось, я четвертое место. Воу. А я пятое, потому что мне убийство засчитали. Брали у меня. Шестерочка, пожалуйста. Пятерочка. Хорошо. Пятерочка, выручает. У меня уже 14. О. Сколько у тебя фейлов? Там на первое место? Нет, я на третье. И третье место. Ой, дискорд. У тебя уже 35 очков. Это ужас. Нет, у меня 13. И, нет, 14. О, блин. Ой, я вижу. Это ужас. Я здесь никогда не побеждал еще. Я тоже. Лол. Эй, у меня чувак украл.
это моя. Как я упал почти что в самый низ. Я тоже. Сочувствую тебе. А теперь тебе я не сочувствую. Я на последнем блоке от лавы. Еще. Да уйди, пацан, ну ты достал уже. Уйди. Короче, пацан просто мне мешает. Идет по моему. А мне вообще никто не мешает. В смысле, он идет по моему пути. Я сам себе мешаю, нафиг. Ну, это лайфхак. Какой? Я упал, нечестно. Ты упал? Да, упал. Да пацан у меня все маяки украл. Ой, маячит. Он маячит. Я, короче, такой с пацаном бегаю, у которого есть маяки. Лол. Я вам не буду в такие игры играть. О, точно, я же могу морскими фонариками строиться, ура! Только... До меня только дошло. Серьезно? Да. А ты что, не знал? В этом как бы и суть заключается. А, я не успел. Ник No Player. Луз замечательный ник. Мистер Воздух. Ты добрый? Да, ты добрый. Почему же так не везет? Четверка. У кого-то минус 3, прикол. Да я знаю такую фишку. Я в прошлый раз это, знаешь, как колесо. Я на шестом месте. Эзейт. Это что? Я не знаю. Ой. Блин. Где? Что? Это я гонки. Я нифига не вижу. Это гонки. Джош Лайдер пока что лидирует. Что будет дальше? Знаю, только нифига ты лидируешь там уже. Лошадка. Говорит Джош Лайдер. Беги! Беги! Меня обогнали. Нет. Да беги, лошадь. Лошадь. Я же на четвертом месте. А мне надо хотя бы третье. Да. Эй! Лабиринтов, а ты почему там девочка телепортировалась? Это ненормально. Второй круг. Нет! Блок! Я врезался в блок и просрал свое состояние. Хорошо. Да блин! Тут столько людей, за них ничего не видно. Я на шестом. Пожалуйста. Блин, да я на шестом месте. А мне кто-то принес. Тройка так. Тройка. Сейчас может быть еще босс филд. А нет. Блин, знаешь, как обидно. А когда у меня просто лошадь залагала, девочка телепортировала. Ну, по крайней мере, теперь я предпоследний. Светофор. Ненавижу. Тут он лагучий очень. Он меня на желтом. Блин, я
я был на первом месте. Я был на первом. Да ё-моё, я залагал. Ты такой стоишь. И ты понимаешь, что я был на первом месте, и я залагал. Это просто... О, у меня теперь армор стенд показывается. Шестерка, да! А мне, кстати, армор стенд с этой головой показал. Да блин. Знаешь, обидно так. Я такой стараюсь, а мне такой еще не любит. О, сейчас будем танцевать. Тут довольно тяжелый танц. Тут самый тяжелый танц. А не сложный. Оранжевый. Кто сдох? Кто сдох? Какой смысл всегда делать оранжевый? Вау, ты что такое? Нет, а я как? Не допрыгнул. Да мама! Блин, вот знаешь, я просто не допрыгну. И у меня было 4-е место. Печаль. Горячий пол. Ложка? Горячий пол. Я вот, конечно, людей не особо умею сталкивать. Потому что я не сталкиваю. Как же я не люблю читера. Так, тут цель заключается не остаться как можно дольше, а скинуть другого. Нет. Да. Вообще-то прожить дольше, чем... Ты живой? Да, я снимаю. Блин. Какого ч... Стрёмно. Блин, я не допрыгну. Мне третье место. Пожалуйста. Блин, у меня 4-е место. И вот я бы мог бы выиграть дополнительные очки. Я выиграла дополнительные очки. Гейм. Да блин, почему двоечка? Ну мне зато 6 дали. Пипец, у меня уже 28. А у меня 38. А что, уже выиграли? Патрик. А, это вы? Это Патрик Луна. Патрик. Только Патрик, а не Патрик. Я потом стрим на Твиче запущу. А что теперь будем? Дальше в Марио Пати? А тут знаешь, что можно сделать? Гонор Хайпиксель потроллим? На Хайпиксель? А ты умеешь? У тебя есть тролль? Какая твоя тролль? Ну, то есть, переодевать скин. Ладно, зрители, для вас это будет одна секундочка. Мы сейчас перейдем и переоденемся. Мы вернулись на Hypixel. И сейчас мы будем снова троллить на Skywars. Пойдем. Троллить. На Skywars. Сейчас. Да, у меня набор выбран. Я тебе противно, да?
О, смотри, в какой мы клетке. Это моя клетка. Как ты ее такой сделал? Купил. За сколько? $30. Серьезно? У меня просто 106 тысяч коинов есть. Эй, дай яйца. Как я тебе 106 тысяч коинов дам? Нет, ты можешь мне дать яйца, которые ты забрал из сундука? А, вот эту фигню тебе. Да не надо мне. Я дерево. Да нафига? Я её сейчас выкину. Вот туда. Я тебе на железный мечик дам. Да, вот мне он у меня есть. А золотые яблоки у тебя есть? Одно. Тогда тебе не надо. Мне надо яйцо. Дай яйцо. О! Супер. Тут можно спрятаться. Я скинул, да ну нафиг. Последи за мной. Ой, блин, меня зомби нашли. Ты видел это? Подожди, меня, короче, не пацан не нашел, а зомби нашли. А, почему я не могу выйти? Потому что я сейчас перезахожу. А, вот да, ты ж лидер. Да блин, сколько эта клетка стоит? О, мне радужная нравится клетка. А ты серьезно ее купил? Я буду троить всех игроков тинтишками. Ты серьезно ее купил? 16 яиц, да? Да. Ты уже тут все сундуки потырил, да? Три дня в прошлый раз потырил. Так, а тут вообще есть куда дубу спрятаться? А блин, ты косой. Яйца еще остались, Вася? У меня тоже. Куда можно здесь дубу спрятаться? Как думаешь, на середину строится или не надо? Не надо. Все сильные. У меня топор на эффективность. У меня топор железный просто. А у меня топор железный на эффективность. Потому что у меня такой набор. Вот какой смысл тебе, когда ты троллишь, просто сидеть на базе, а? Такое то, что все там друг друга на центре убивают, а я буду тут сидеть. Это кто? А, да, ты сиди тут, а я пошел. Ну иди. Лол. Если что, то там это, пацаны, как бы, какие-то сейчас будут к тебе на базу строиться, и тебе хана там. Так у меня здесь яйца. У меня есть яйца спасители. Логично. Я придумал, что я с бабахну. У меня никто не палит. Блин, зачем мне с этим? Сорвался. Чё, а ко мне кто-нибудь строится?
улетели вниз. По-моему, всем на меня пофиг. Что там делаешь? Я все вижу. Ты там TNT взрываешь. Зачем ты TNT взрывал? О, сундуки сейчас обновляются. Ко мне чувак пытается. Я его чуть не скину. А, хорошо, я сейчас. Помогите. Лол, он убежал. Он боится меня. Нет! Да почему ты меня не спас? Подожди. В смысле? А, так, то есть я оставался один с этим пацаном? Что-то как-то странно. Знаешь, такое чувство, что они думают, что это ЮТ. Вот тут есть где дубу спрятаться. В центре. Но только в центре я как-то сыкую. Ой, теперь обычно хотят. Ой, блин, я чуть не улетела. Там уже кого-то убивают. Эй! Алло, ты куда отошел-то? Нас уже убили. Нет, тут можно спрятаться. То у тебя клетка, у тебя в прошлый раз клетка была стекла. Поезда. Конечно же, все там было там. Думаю, кто-то может взрывать что-то. Что они делают? Они взрывают друг друга. Им пофиг. Детишка взрывает на своей базе. Что они делают такое? Я спрятался. Ты меня видишь? Так. У тебя были яйца?
Чувак меня даже не спалит. Угу. Пусть там бегают. Чего? Я подожду. Ты меня видишь? Да. Да. Ну как? Держ, башка весь шевелит. Я такой странный дуб. Знаешь, есть такой вид дуба, который шевелится. Ну что, все на меня снова пофиг. Как всегда будете драться. Ну ладно. Блин, вот бы яйца. О! Все, меня никто не видит. А ты думаешь, я не найду? Всего 3 игрока. А их они двое в одной команде. Мне пипец, да? Эй. Они ко мне идут? Алло. Да посмотри на них. Срочно, отдыхай. Если ты сдохнешь, то выйди со своей партии. Ты бы это видел? Пацан подходит к моей базе, ходит около меня, ничего не видит. Лутает сундук и уходит. Супер. Сейчас 1 минута остается. Кто там строится? Сейчас дракон прилетит. Они на моей базе просто шастают и уходят с ним. И не понимают, где я. А я в дереве. Сейчас дракон прилетит. Да ё, кто там все шелестит? Этот дракон. Ура, один дракон. Что там происходит? Я строю бот. Ты бы видел, куда я сейчас залез. Что тут происходит? Пацаны подходят на мою базу, улетают на сундуки и сваливают. И плюс еще один дракон. О, Неда Фрик остался. Все, 2 игрока. Супер. 2 дракона летают. Я дракон нашел. Досвидос. Сидос. Меня дракон бьет. Все, я выиграл. Знаешь, что ты сейчас происходило? Я вышел со скрывания. Да? Короче, сейчас я тебе скажу, какое у меня лобби. Зайди на 3/4 лобби. 3-4. Мы продолжаем. На инсе. Ой, не на инсе, но обычно. Ты тут? Алло. Алло, чё? Ты тут? Да. Блин, сейчас к нам этот чувак остается. Мне так кажется. Это ты крипер выпустил? Это чей? Это мой. Я люблю крипера.
мистер Крипер, привет. Будешь его взрывать? Блин. Да. Блин. Замечательно. Что там опять взрывают? Да, а это ты? А где тут железо? А почему у тебя крипер стоит и за нами не идет? Он у тебя ленивый. Там читер, там читер. Ксейн Макс. Лол. Да блин, что он там делает? Там, короче, читак. Я его заскринил. Блин, читеры видеть неинтересно. Аккуратно. Он читер. Он построился. Вот он вот так вот, бжик, построился. Так строиться невозможно. Блин, он меня убил. Я пролился. Так, а где он? А ты что, один остался? А вон читер. Его даже хайпиксель не засчитывает. То, что он жив. Ксейн Макс. Все, его хайпиксель забанит. Блин, как я как-то возьму репорт прошлый раз писал. И потом все. А там тоже тролль. Там тролль меня убил. Так все, заходи, я тоже ждал. Блин, сейчас. Всем пока, дорогие друзья. Видео у меня закончено. А на этом все.